Хочу поменять фамилию. Агата Муцениеце заявила о расставании с Прилучным. Всем привет, меня зовут Артур Ешетов, и это ТОП-ШОУ НЮС, все самое интересное из мира музыки и шоу-бизнеса. Слухи о проблемах в семье Агаты Муцениеце и Павла Прилучного муссируются в сети. Актриса прокомментировала их, причем выступила с совершенно неожиданным объявлением. Агата Муцениеце и Дарья Мороз вместе с подругами провели выходные в Лондоне. Оттуда жена Павла Прилучного и опубликовала на своем канале видео, которое стало шокирующим для поклонников пары. Ладно, ребят, на самом деле мы, знаешь, хотели сделать признание. Она рассталась со своим мужем давно, я тоже вот недавно. И мы вместе проводим каникулы в Лондоне. В этот момент Дарья смачно поцеловала Агату в щеку. Та ответила ей аналогичным поцелуем. Затем обе засмеялись. После слова взяла Дарья Мороз. Она обратилась к Павлу Прилучному. Пашка, ну как бы ты просто проебал свой шанс. Ну сорян. Ребят, короче, это серьезное заявление. Приглашаю всех на нашу свадьбу. Очевидно, что таким нестандартным образом актрисы посмеялись над слухами о расставании Агаты с ее мужем. Кстати, именно Дарье Мороз журналисты приписывали роман с Павлом Прилучным. Эти слухи появились в сети уже некоторое время назад, а на днях актриса сама же подогрела их. Агата публично обсудила с Павлом новые сообщения желтой прессы о том, что у него якобы роман с бывшей женой Константина Богомолова. Супруги попытались высмеять предположения журналистов, но стало только хуже. Они привлекли к этой теме дополнительное внимание сплетников. Паш, можешь прокомментировать слухи о том, что у тебя роман с Дашкой Мороз? У вас роман? Да. Она здесь в Питере тоже? Да. Ну, что ты мне не рассказывал? Ничего. Ну, хотя бы знать. Смысл? Агата поняла, что опровергать что-то бесполезно, и заняла другую позицию. Актриса теперь называет Дарью любовницей мужа. Недавно у нее состоялась рабочая встреча с Мороз, которую она остроумно прокомментировала следующим образом. Подружилась с любовницей мужа, поухаживала за ней и подарила ей очки. Планирую отбить. На этом у меня все. Ставь лайк и не забудь подписаться на мой канал. А также жми на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. И будь в курсе всего самого интересного из мира музыки и шоу-бизнеса. Пока!